фокус есть. Вот и есть, да. Теперь фокус на коробочке. Угу. Что там внутри у нас? Интересно. Здесь поближе можешь сфоткать, типа, такой распылитель и присосочки. А внутри коробки у нас находится фильтр. Фильтр угловой. Есть регулировка напора. То есть он просто тупо пережимает отверстие. Самое главное — это удобство. То есть ставишь, и чтобы его снять, достаточно раз снять. Он достаточно крепко держится и удобно снимается. Единственный вход, который у него, только вот этот фильтр. Он проходит через всю губку на эту сторону. А здесь отсек с углем. То есть отсек, супер, куда засыпается уголь. То есть он, получается, здесь в фильтре стоит. Но уголь также в комплекте идет, который сюда засыпается. Все.